Евгения Михайловна, хотите плюшку? Вы действительно думаете так, как говорили на диспуте? Я всегда говорю то, что думаю. Ведь еще там, в Москве, на вокзале, когда я видел вас всего 5 минут, я бы мог подойти к вам и сказать, что я вас люблю. И что это навсегда. Будущий актер появился на свет 8 января 1950 года в самом южном на тот момент городе СССР, узбекском Термизе. В детстве и отрочестве Олег сменил ряд школ, переезжая с отцом, офицером и матерью из одного конца Советского Союза в другой. После получения аттестата зрелости Вавилов-младший с первой попытки поступил в ГИТИС. Который тогда носил имя Анатолия Луначарского. Педагогами уроженца Узбекистана в кузнице театральных кадров стали супруги Марина и Василий Орловы. Василий Александрович был классическим мхатовским актером, успевшим в течение биографии сыграть в «Вишневом саде» и Петю Трофимова и Леонида Андреевича Гаева. После получения диплома в высшем образовании по распределению попал в труппу Казанского большого драматического театра имени Василия Качалова. В столице Татарской АССР молодой артист блистал в заглавных ролях в спектаклях «Валентины Валентина» по произведению Михаила Рощина и «Убить Герострата» по пьесе Григория Горина. В 24 года выпускник ГИТИСа вернулся в Москву и 4 года отыграл в ТЮЗе. Наиболее значительной ролью, исполненной Вавиловым на подмостках театра, основанного Луначарским в 1920 году, стал Д'Артаньян в мюзикле Максима Дунаевского по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера». В 1978 году Олег Михайлович перешел в театр на Малой Бронной, где прослужил 1/4 века, периодически участвовав в постановках театров «Сфера» и «У Никитинских ворот». С 2004 года Вавилов служил в театре «Сатиры», где создавал центральные образы в спектаклях Андрея Житинкина, Александра Ширвинта и Юрия Васильева. Всесоюзная известность к актеру пришла в последней четверти 70-х годов 20 века после съемок «Кабачок. 13 стульев» и мелодраме Юлия Райзмана «Странная женщина». В легендарном юмористическом сериале Олегу Михайловичу досталась роль пана Збышика, племянника персонажа Готлиба Раненсона, пана Станислава. К сожалению, после появления в интермедиях героя Вавилова «Кабачок. 13 стульев» проработал всего 2 года. Съемки шоу прекратились осенью 1980-го после обострения обстановки в Польской Народной Республике. В теледраме Тимура Залоева «Второе рождение» сыграл центрального персонажа, студента Геннадия Русанова, которого из пучины алкоголизма вытаскивают друзья и родственники. В невесту начинающего пьяницы перевоплотилась Александра Яковлева, а мать – Татьяна Конюхова. Еще 2 главные роли Вавилов исполнил в фильме-спектакле «Отпуск по ранению» по одноименной повести Вячеслава Кондратьева и 2-серийной экранизации романа Айзека Азимова «Конец вечности». В 21 веке Олег Михайлович снялся во множестве сериалов, включая такие известные, как «Бедная Настя» и «КГБ в смокинге». Однако за исключением телевизионных версий, театральных спектаклей и 10-серийной мелодрамы Тимофея Федорова «Я не вернусь», роли Вавилова были эпизодическими, а его имя зачастую не упоминались в титрах. По свидетельству однокурсницы Олега Михайловича и его коллеги по театру «Сатиры» Наталья Фекленко, двухметровый красавец с обвораживающим голосом со студенческих лет сводил с ума дам всех возрастов. О красоте и обаянии артиста свидетельствует сохранившееся фото. Журналистка Наталья Батаен, дочь 36-кратного чемпиона СССР по велоспорту Вениамина Батаена, влюбилась в Вавилова, увидев актера в фильме «Странная женщина», и уговорила редакцию газеты, в которой работала, взять интервью у восходящей звезды. Беседа творческих личностей переросла в роман и брак. Наталья Батаен была самой красивой девушкой в редакции, да и к тому же прекрасно одевалась. Ее мама, тренер по художественной гимнастике, имела возможность привозить вещи из-за границы. За Натальей Батаен, внешне очень похожая на молодую Софи Лорен, увивалось много молодых людей. В студенческие годы, когда она училась в Щепке, у нее был яркий красивый роман с однокурсником Анатолием Сергеевым. Но в итоге в мужья она выбрала не его, а тогда еще малоизвестного актера Олега Вавилова. Увидела его в фильме «Странная женщина» и намертво влюбилась. В 1981 году Наталья подарила Олегу сына Георгия, который, повзрослев, пошел по отцовским стопам.
Муж и жена были постоянно в разъездах. Он на гастролях и съемках, она в командировках. В итоге супруги развелись, но продолжали общаться, совместно воспитывали сына Георгия, который жил с матерью. С 2008 года Вавилов-младший служил в Малом театре, снимался в телесериалах. Георгием его никто никогда не называл. Для всех он был Егор, Егорушка, рассказывали коллеги парня. Придя в труппу, он на редкость быстро вписался в большой коллектив Малого. Егор Вавилов – классический театральный ребенок. Мама заведует музеем, квартирой Немировича Данченко. Папа – народный артист России. Вопрос о выборе профессии никогда не стоял. Все было предопределено генетически. Он был талантлив, успел сыграть на сцене Малого театра 15 ролей. Его жизнь оборвалась горько и несправедливо. Ему было всего 34 года. В январе 2016 года Олег Михайлович, находясь на гастролях, никак не мог связаться с сыном по телефону. Приехав в Москву, он позвонил бывшей супруге, но та ответила, что Егор спит. Олег Вавилов звонил еще на следующий день, потом еще через день и неизменно получал ответ, что сын спит и не может ответить. Почуяв неладное, актер приехал на квартиру к Наталье Батаен. То, что он увидел, невозможно представить. Оказалось, что Георгий умер 2 недели назад, остановка сердца, прямо во сне. Мать пережила страшный стресс и тронулась умом. Все эти дни она ухаживала за сыном, который, как она думала, просто заснул. Потом ей поставили диагноз – шизофрения. Сколько бы все это продолжалось, если бы не приехал отец, неизвестно. В итоге женщину госпитализировали в психиатрическую больницу, а вскоре она, так и не придя в нормальное состояние, скончалась. Трагедия подорвала здоровье и Олега Михайловича. Несколько лет он просто не мог выходить на сцену. Все-таки нашел в себе силы продолжить дело всей своей жизни. Однако актер остался верен своей профессии. Репетиции, спектакли стали для Вавилова отдушиной, а аплодисменты благодарных зрителей – единственными моментами счастья. 2 мая 2021 года во время спектакля в Театре сатиры Олег Михайлович, игравший Антона Говорова, вдруг начал пропускать звуки в словах. Через несколько минут речь пожилого актера улучшилась, и представление было доиграно до конца. Но не все реплики Вавилов произносил полностью. После спектакля артиста увезли в реанимацию. Медики смогли спасти его, но у мужчины остались нарушения в речи и движениях. К тому же у актера диагностировали онкологию. 22 февраля 2022 года Олег Михайлович скончался. По информации коллег Вавилова, жизнь актера унесло онкологическое заболевание, которым он уже давно страдал. Вавилова решили похоронить на Щербинском кладбище Москвы рядом с сыном.